Привет, друзья, привет, коллекционеры, и всем привет. И хейтерам тоже привет, скажем так. Так, друзья, сегодня у нас очень такой небольшой обзорчик на 4 машинки от сегодняшней барахолки. Сегодня я был на двух барахолках, ну то есть эти два видео, они вышли до этого видео, это как бы результат. И давайте сделаем такой небольшой обзорчик про 4 машинки. Давайте начнем с самой такой машинки, которая, скажем, ничего не стоит или почти что ничего не стоит. Возможно, вы видели видео на барахолке, когда я проходил, и там был ящик, там были написаны гешеньки. В общем, это значит подарки. Можно было вытащить оттуда машинку за бесплатно, как подарок. И я нашел вот такой вот грузовичок, друзья. Ну, как же пройти мимо подарочной коробки и не взять вот такой грузовичок? Сейчас яркость настроим немножко. Вот, поярче сделаем видео. И пройти, как бы не взять вот эту машинку, не знаю. Что я в этой машинке увидел? В этом грузовичке я вижу, что производство Япония и Body L Corp. Corporation, наверное. Body L. Ну, что я могу сказать? Японские игрушки, они могут быть очень ценными, но я посмотрел ценность этой машинки, этого грузовичка, то, в принципе, здесь ничего очень ценного такого нет. Но пусть будет для массы. Я и собираю жестяные машинки. В общем, и, возможно, когда-нибудь пригодится, или на нее найдется человек, который ее ищет. Вот, друзья, вот такой вот интересный экземплярчик. Хорошо. Следующая моделька, это у нас вот такой вот автобус. С ним уже надо быть поаккуратнее. Он у нас очень такой нежный. В общем, это у нас уже ретро моделька. Сделана в Германии от производителя Курсор. Курсор модель 986 Кесборер. Это читается Кесборер. Две точки над буквой А считается как E. Кейсборер Зетра S8, 1951 год, я думаю. Сделано в Федеративной Республике Германии. Вот такая вот модель. Не открывашка, ничего не открывается. Но посмотрел я цены, они не такие уж и дешевые. Вот, друзья, они не такие уж и дешевые. И я предложил своим пару клиентам, и он уже нашел своего нового владельца. Вот этот прекрасный экземпляр автобус Кесборер. Зетра Кесборер. По деталям все вроде бы целое. Пластиковый багажник сверху. Целое, не вижу никаких трещин, все хорошо. И, в общем, такой достойный экземплярчик для полочки. В принципе, когда я его обнаружил, я обрадовался. Вот, друзья, вот такой вот интересный экземплярчик. Давайте еще вам покажу перед этой модельки. Видите, еще такие ретро фары для, на модельке. Такая вот имитация. В принципе, модель душевная, с характером. Третья моделька, это у нас от Tommy Tomica. В оригинальной коробочке, в идеальном состоянии, Porsche 930 Turbo. Вот, друзья, вот такой вот прекрасный экземплярчик. В принципе, эта модель мне тоже даст выигрыш. Она не, эти, вот эти модели были не дешевые, по нормальной цене такой, но они все дадут выигрыш, можно будет подзаработать, друзья. Вот, и что мы здесь видим? Вот такая вот миниатюрная моделька 61 масштаба. Я думаю, автобус у нас масштаб 1.50 или 1.55, я не уверен, но что-то в этом роде. Так, Porsche у нас 61 масштаба, обратите внимание, вот здесь мы видим 61 масштаб, 1.61. Вот, тоже такой как бы необычный масштаб. Так, по модели. Моделька в идеальном состоянии. Моделька, игрушка, кто как скажет. Но, в принципе, я проверил. На них есть коллекционеры, на эти экземпляры.
И вот как-то так. Тоже будет интересный выигрыш с этой модели. Мне она особо самому не нужна. Ну, ничего страшного. Чтобы что-то продавать, нужно что-то покупать. Вот такой вот экземпляр, друзья. Коробочка как бы в хорошем состоянии. Можно сказать, в отличном состоянии. Я бы сказал, для меня это почти что идеальное состояние. Ну что, друзья, а теперь к нам в студию заезжает очень интересный экземпляр. Конечно же, я сейчас порадую глаз коллекционеров моделей СССР. Потому что такой экземпляр может встретиться очень редко. То есть он, в принципе, не встречается. Я понимаю, что мне сегодня реально повезло, друзья. Потому что я хочу такие модели встретить, но их просто нет. Они очень редкие. Обратите внимание, у нас здесь олимпийский мишка. Друзья, олимпийский мишка, конечно же, не в идеальном состоянии, но еще очень хорошо виден. Вот такая вот тамповочка. Как же такой модели не нравится? Это у нас номерная модель А1, Москвич 408, сделана в СССР. Без ми. Без made in. Вот такая вот моделька. Олимпийский мишка у нас с 1980 года, как я понимаю. Я не знаю, были они после. Я думаю, нет. Вот. Вот такой вот красивый экземплярчик. По потерям задние стоп-сигналы сломаны. Ну, они, конечно, обломаны очень аккуратно, скажем так. Вот. Ну, ничего страшного. Я очень рад этой модельке. И она мне не обошлась 10 евро. Она мне обошлась намного дороже, чем 10 евро. Ну, в принципе, сейчас уже на модели СССР найти за 10 евро нереально. Чтобы вы не думали, что эти модельки как бы достаются очень дешево. Нет, друзья, они уже достаются и в Германии очень дорого. Цены на модели СССР и также на танталовские, то есть агатовские модели, извините, на новоделы, они просто выросли. Летят в космос. Вот, друзья, как вам вот этот экземплярчик, скажите? Не знаю, буду я его продавать или нет, потому что для меня это не самое идеальное состояние, но и я не откажусь его оставить у себя, если мне не предложат за него хорошую цену. Если не найдется подходящий покупатель, который готов будет приобрести за хорошую цену эту модель, для меня хорошую, то она у меня будет стоять на полочке и красоваться. Это тоже обогащает коллекцию. Коллекцию как бы ставит на уровень выше. Каждая такая моделька с тамповкой из времен СССР. Ну, не только СССР, и времен России. Так, друзья, на этом мы закончим наше видео. Я могу сказать, сегодня был для меня очень интересный день. И всем спасибо за то, что вы смотрели мой видео. И также всем огромное спасибо за 2000 подписчиков. Будем для вас производить новые фильмы, видео, ходить на барахолки, искать модельки. И будем развиваться, друзья. Пока-пока. Всем большой привет. С наступающим.